Разводили на деньги целый месяц. Житель Новоуральска перевел мошенникам больше 1,5 миллиона рублей. Соблюдая строгую секретность, как того требовали лжесотрудники ФСБ и Центробанка, пенсионер оформил несколько кредитов в разных городах области. Мужчина был уверен, что, расставаясь крупными суммами, он помогает правоохранителям вывести на чистую воду недобросовестных сотрудников банка. Все закончилось, когда пенсионер попытался занять деньги у дочери. Она убедила отца обратиться в полицию. Чтобы не допустить обмана пожилых людей, полицейские продолжают профилактическую работу. На улице гражданам раздают листовки. О мошенниках предупреждают через громкоговоритель. И, кроме того, участковые ежедневно проводят поквартирные обходы. Если вдруг вам поступает такой звонок с просьбой о том, что вам нужно кому-то передать деньги, что к вам придет человек, курьер, ему нужно отдать деньги, он эти деньги отнесет туда, куда нужно. Деньги никому не нужно передавать, нужно позвонить в полицию, сообщить о произошедшем.